Вот мы и подходим к зданию собора Святого Патрика, который является самым большим католическим храмом в Америке, который расположен в середине Манхэттена, в Нью-Йорке. Выстроен он в основном из белого мрамора. И вот, кстати, белый антик Rolls-Royce. Замечательный Rolls-Royce. Строился этот храм в течение 20 лет, начиная с 1858 года, и закончено основное строительство было в 1879 году. Удивительно, как это неоготическое строение сочетается с высокими небоскребами. Которые построены в основном из стекла и бетона. Вид, конечно, удивительный. Местные католики, которые приходят сюда молиться, сетуют, что церковь превращена больше в место для туристов, что мешает молящимся и нарушает должный покой, который должен сопутствовать этому. Ну и мы были одними из этих туристов, к сожалению, нарушившими покой. Вот мы были счастливы, и я считаю, что это было удачно для нас, что мы посетили этот храм именно в тот момент, когда там проходило католическое венчание. И вот я засняла небольшой кусочек этого венчания, и думаю, что вам это тоже понравится. Конечно, храм внутри очень великолепно красивый.